чуть-чуть старайтесь держать наверху, хорошо? Вот как-нибудь прям бу-бу, прям обыгрывайте музыку. Там будут биты, прям вот эти биты нужно будет обыграть. Подтянуть знания по базе хип-хопа, разучить движения из локинга, брейкинга, крампа, поппинга и других современных направлений уличных танцев мог любой желающий в Одинцовском округе на серии мастер-классов от топовых хореографов проекта «Пространство танца». Сегодня в Одинцово мы проводим мастер-класс по хип-хоп направлениям для молодежи и детей, которые любят заниматься танцами. Проект создан для комфортного общения и признания городской танцевальной культуры. Организаторы создают единое пространство для людей, увлекающихся современными танцами, в котором они могут полностью реализовать свой творческий потенциал и усилить навыки. Зачастую возраст участников показательных уроков выходит за рамки молодежи. Приходят на мастер-классы не только дети, но и, конечно же, и педагоги, и люди, те, кто постарше, кто относится к молодежи. И даже, если вы посмотрите сегодня, и те, кто значительно старше молодежи, также могут принимать участие в мастер-классах. Проект «Пространство танца» существует уже много лет. И за эти годы было проведено множество батлов, турниров и фестивалей по всему Подмосковью. В этом году организаторы сделали упор на образование. На протяжении всего года мы по всей Московской области проводили мастер-классы по различным направлениям. Заслуженные педагоги в своей деятельности, то есть участники телевизионных шоу, призеры различных состязаний приезжали абсолютно бесплатно, обучали ребят своему мастерству. Танцевальная сессия в Одинцовском округе – 9-я по счету в этом году. Проект уже побывал в подмосковных Балашихе, Красногорске и Серпухове. Скоро инициативные хореографы отправятся в Королев и Сергиев Посад. Участие в мастер-классах бесплатное для всех желающих. Требуется лишь предварительная регистрация. И с ней лучше не затягивать, так как количество мест ограничено, а желающих весело и активно провести время, а еще подчерпнуть полезные знания, хоть отбавляй. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцово».